Супрацоўнікі міліцыі правяраюць у сем'ях двары рэальны стан спраў са спраўнасцю тэхнікі ў гаспадарках. Дзейнасць такіх маніторынгавых груп праваахоўнікаў накіравана на выяўленне фактаў безгаспадарчасці, а таксама прадухіленне выпадкаў крадзяжу таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў. В первую очередь, внимание правоохранительных органов акцентировано на мониторинге технической укрепленности складов минеральных удобрений, средств защиты растений, посевного фонда, мест хранения сельскохозяйственной техники. В рамках мероприятий проводятся ночные рейдовые проверки сторожевой охраны совместно с представителями сельскохозяйственных организаций, управлений по сельскому хозяйству и продовольствию районных исполнительных комитетов проводятся совместные рейдовые проверки. Непосредственно у час посевной кампании супрацовники правоохранительных органов будут проверять и расходование бюджетных грошей предприемствами агропромыслового комплексу на добытие сродков аховы рослин, горучо-смазочных материалов и иншие потребы. В текущем году у нас уже имели место хищение запасных частей, принадлежностей к сельскохозяйственной технике, поэтому это в сфере первоочередного внимания нашего.